Перед нами замечательная книжка производителя Tiny Love, веселая книжка. Тут у нас есть маленький жучок, который поможет маленьким деткам изучать звуки различных животных. Ну, поехали. Книжка разбита на несколько страничек. На каждой страничек у нас представлены по одному животному. Вот, собственно говоря, специальная магнитная насадка. Вот, при наведении, допустим, на вот эту пуговичку металлическую, вот и животное, соответственно, издает звук. Вот, допустим, уточка. Тут у нас облачка тоже как бы они шуршащие, то есть для развития моторики ребенка. Далее, значит, тут у нас здесь барашек, например. Вот так вот он. Курочка, да. Тоже тут у нас мельница, крутится. Здесь, значит, у нас птички. Вот так вот птички поют. И, конечно же, летучий змей и солнышко. Вот такая вот забавная книжка от производителя Tiny Love.